It's plant time. Алло, дорогие друзья, приветствую вас на прохождении Devil May Cry 5. Меня зовут Павел Солунов. Это миссия 6 «Стальной удар». Набирал столкновение с громадным демоном, Ви устремляется по подземелью к своей истинной цели — вернуть себе Спарду, между тем на поверхности. Смена игрока — Нера. Выбрать Нера. Здоровье сферы останутся при вас, а навыки Нера придется приобрести. Да, я не против. А мне дадут сразу, да, это сделать? Меня откатило во времени назад. Окей. А почему? А что? А почему? Так, уже забыл, как за него играть, потому что столько тут нави отыграно. Персонализация. Да, леди, кстати, сзади лежит. Уже без слизи. Это хорошо. Привет, привет. У меня для тебя новая рука. Да, давай. Устройство усиления оружия от Торова. С патронами, что ли? Защитный захват вышибал. Сделать эту штуку было непросто. Ничего себе, клешня. Я тут примерно понял, как играть с бичами-то. По факту ты берешь себе один бич. Так сложно говорить это. Ну, короче, руку. Берешь одну руку, и она тебе изменяет комбинацию. Поэтому у тебя тут столько разных вариантов. Так, подожди-ка, а как? Что купить? Можно купить? Хотя, что оторвать. Бич сделал особую функцию усиления синей розы и алой королевы. Длительность усиления можно менять. Окей, бичело, которое позволяет применять убивающий с одного удара крушитель. Ломается после использования. Бичело с краской от Сидзикова моря. Вот, их что-то так много, я уже и не знаю, что брать-то. Мне, в принципе, кавардак понравился. Я единственное понял, что он хорошо режет тех, кто в воздухе, прям просверливает их. Взгляд прерывает атаки врагов с помощью ударных волн, создавать лучи энергии. Круши врагов с помощью могучих ударов. Ну, блин, звучит он, конечно, хорошо. Слушай, а ну он по цене тут вышибало прям так нормально стоит. Убивающийся на удары крушитель. А что такое крушитель? Я уже забыл. Это какая-то атака? Бичи дьявола. Блин, дорого, дорого. Хочу купить за 15, но... Подожди, алая королева, меч, где круш? Я уже забыл вообще, что за него можно делать. Плохой вариант. Быстрый удар по уязвимой точке врага во время, если берем вражеские удары, не наносит урона. Если тебе нажмите, можно удержать. Окей, ну, блин, я даже не знаю, как сейчас за него катать буду. Так, это пока все прокачано. Так, а что у нас тут? Прыжок от врага. Так, накупить ничего нельзя, все стоит нормально. Так, поменяем раскладку. Только опять же, я не знаю, какое выбрать на первое оружие. С усилением. Ну, надо, конечно, что-то новое взять. А, надо просто гербера только с раскраской друг. Окей. Че, взять что-нибудь новое. Давай вот это посмотрим. Раз. Да. Прям верю, что она тяжелая. Ну, вышибалу, блин, дороговато, конечно. Просто остальные-то я знаю, в принципе. Возьму на вышибалу себе первую, если она одноразовая. Ну, ладно. Посмотрим. В общем, пока не попробуешь, не узнаешь. И снаряжение. Изменить. Так. Выбрать этот. Кавардак не нравится, но возьмем оторва и потом возьмем кавардак. Мегамен мне вообще не нравится, ну он стреляет как бы, один раз выстрелил и забыл. Прелюдия неплохо, нет, подожди, отмена. Пятый слот гербера. Хотя можно, конечно, эти раскрашенную взять. Понтов ради. Синяя сфера, 6000, блин, ну давай, их все равно все купить надо, их всего 6 можно купить, то есть плюс 6 полосок жизни, у нас и так уже много и вряд ли нас разберут. Готово, заперсонализировались по максимуму. Итак, почему, извиняюсь, персонализация горит, сейчас еще раз заскочим, я не могу понять, почему он светится-то, бич дьявола, не, подожди, что,
Что, открылось шестой слот, что ли? Ну, все, я посмотрел на него. Все, спасибо. Что-то пропустил, важно. Так, вспоминать теперь, как за Нера играть. Джовок, Джоки и навыки Герберга, которые позволяют выпускать из ладони мощную ударную волну. Да, в общем, на какую-то кнопку... Что ж, она жива. И на вид очень даже ничего. 15 июня, 7.25. Не то, чтобы я... Так, слово пришлось. Знаешь, иди лучше делом займись. Сама справлюсь. Да. Что за черт? Ну и ну. Такому верзили нельзя дать уйти. Пойду разберусь с ним. Смотри в оба. Титан-мародер Гильгамеш. Че, разборка сразу с боссом? Это интересно. Так, этот парень, кстати, напрягал... А, по спине его надо бить. Напрягал Ви, поэтому сейчас мы будем его... Походу, как раз сейчас в этот момент Ви под нами находится в подземелье. А, прям... Вы только более на него аж приплясывает. А, как стрелять-то, что делать? Все, вспомнил, так. Я так тут так высоко не допрыгну. А чё, урон не проходит, окей. Или проходит? Нет, не проходит, стопэ. Чё не так? Я могу как-то повыше забраться? Ага, могу. А как? Окей. А сюда как раз и надо было за... А, боковые отростки, окей, окей. Только что-то они урон всё не получают. А как так, не можно поближе? Вот это я улетел. Все, я забыл, у меня есть кнут. Сейчас все сделаем, надо только выбраться. Эта привязка камеры не очень приятная. Я понимаю, что там огромный какой-то босс, что он хочет... Ты ё-моё, тихо-тихо-тихо, парень, полегче. Не надо кувыркаться. Не, а бейте по ногам, чтобы обнажить точки темного захвата, окей. Ну я прям настырный, хочу его поверху дать. Ладно, ладно, все, бить по ногам. Большая инструкция тебе объясняет, что ты не прав. Из-за просто она не подсвечивалась, поэтому я, собственно, с ней не начал. А че, зачем? А зачем я к нему притягиваюсь? Я извиняюсь. А, точно, он же как Дави бил, там же эти крючки были. Я еще спрашивал, типа, зачем они нам нужны. Все, все, понятно. Так, другая. А, он упал. И что? А, я могу запрыгнуть на него. Чтобы ударить его по мозгу, хорошо. Все, он по... Надо рубануть по изюму месту на макушке. Я могу с него не спрыгивать, как бы мне тут нормально стоится. А, он спрятался, окей. О, да Monster Hunter World прям, все, я понял, все, надо уйти, окей. У него там система защиты неплохая. Так. А вот зачем к этому притя... А, это чтобы на него запрыгнуть, да? Или нет? Вот так можно сразу шинковать его. Так, он пошел по зданию. Он как... Ай! Он как колосс у протосов из Старкрафта ходит по домам. По многим уровням. Не, ну, я забыл про крюк. С ним вообще элементарно все. Так, теперь он мне прям говорит, что... Ай, я не до... Блин, никуда. Куда я вообще залез? Черт, он там обнажил этот, а я не дотянулся. Ну ладно. Я понимаю, что тут опасно, все взрывается, улетаем. Так, окей, наяриваем. А, спряталась. Так, 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 все, я понял, все, я ушел. Так, а они у него зарастают, эти наросты? Вроде да. То есть я сломал, запрыгиваю, все, все, схема понятна. Продолжаю нарезку. Шинкую. Как непривычно.
Так, 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 по себе стреляйте. Я думал, мы тут все ноги распределяем. Так, а у него обнажено-то. Ну да, у него обнажено, почему он не выделяется? Так, я его жахнул рукой. А, кстати, у меня же и зарядка есть. Ну что ты не напоминаешь мне? Вот, блин, написал бы что-нибудь в комментах. Почему идиот не использует акселератор? О, смотри, блин, а я акселератор потратил. Не, ну он идет хорошо, он идет хорошо. Прям вообще, да, да, стреляй, мне как-то вообще пофиг на твои выстрелы. Тут еще параллельно пытаюсь зарядку делать, что самое полезное в борьбе. Что, прям очень хорошо мы сейчас напинал. Так. А чё он упал-то, я извиняюсь. Что делать-то? Вы что там забыли? Ты же не думал, что сам прокинул кузнечика, а? Знаешь, я уверен, ты на вкус как курица. А ты мелкий неблагодарный. Оставлю эту тварь тебе. Меня ждут дела. Ну, теперь только ты и я, таракашка. Так, о, вот шпала мой лежит. Прекрасно. Не-не, подожди, подожди, я успею. Нет. Успел? Конечно, не самая стильная, но победа. Да твои тоже все из корней? Что тут происходит? Эй, леди очнулась. Хочешь ее о чем спросить, лучше поторопись. Ладно. Эй, стой, 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 та штука нам пригодится. Захвати ее. Да не ту, другую. Эй, следующую, рядом с ней, эту, эту. Ника, не напрягай. Вот эту? Как скажешь. Кстати, рука у нас осталась. Та, которую в бою использовали. Это самая, походу, быстрая миссия. Слушай, АС получили, это очень хорошо. Очень даже ничего. Быстрая миссия, шестая. Блин, даже не знаю, ну... Попробуем дальше, что ли? Нет, ладно, мы закончим, чтобы сохранить хронологию. Это будет отдельно все-таки шестой выпуск. Давай перескакивай сразу в седьмой, там ты увидишь продолжение прохождения. Специально для gamesesr.ru, Павел Слонов, то есть я прошел эту миссию для тебя. Заскакивай, ставь лайки, комментируй. Играй только в хорошую, увидимся, покеда.